Шеф-повар Максим Григорьев. Окрошка с копченой рыбой. Пришло лето, и хоть не везде погода радует жаркими деньками, но сезон окрошки наступил. Рецептов окрошек и холодных супов очень много и знойным летом, когда ничего в рот не лезет, они освежают и насыщают. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Горбуша подкопченная 100 грамм. Картофель 2 штуки. Квас хлебный 400 мл. Кинза свежая 4 веточки. Лук зеленый 4 пера. Огурцы 1 штука. Перец красный молотый 1 щепотка. Перец черный молотый 1 щепотка. Петрушка свежая 4 веточки. Редис 4 штуки. Сахар 1 щепотка. Сметана 3 столовые ложки. Сок лимонный 2 столовые ложки. Соль 1 щепотка. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Для окрошки с копченой рыбой возьмем окрошечный белый квас, копченую горбушу, огурцы, редис, картофель, яйца, пучок зелени, лук, петрушка, кинза, сметану, соль, сахар и перец. Яйца и картофель заранее сварим и охладим. Овощи помоем. Шаг 2. Всю зелень, 4 пера лука, 4 веточки петрушка, 4 веточки кинзы помоем, стряхнем влагу и нарежем. Посолим, 1 щепотка, и разомнем пальцами или толкушкой, пестиком, чтобы выделился сок. Шаг 3. Часть 1 огурца натрем на терке, а часть нарежем кубиком. Отправляем в миску к зелени. Шаг 4. Нарежем 4 редиски. Шаг 5. Натрем на терке яйца и картофель. Все соединяем в миске. Шаг 6. Кладем к овощам сметану, 3 столовые ложки, посыпаем черным и красным перцем по вкусу. Размешиваем. Шаг 7. Вливаем окрошечный квас, 400 мл. По вкусу добавим сахар, соль, при желании сок лимона, 2 столовые ложки. Шаг 8. Копченую горбушу освободим от шкурки и костей и нарежем кубиком. Шаг 9. В тарелку кладем кусочки копченой рыбы, 100 грамм и дольки лимона. Окрошка с копченой горбушей готова. Подаем к столу и едим с удовольствием. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.